В общем, вчера я купила билеты на концерт Нурлана Сабурова, который пройдет 16 мая в Алматы-арену. Вообще хотела сказать, что меня жутко прям раздражает, дико бесит вот эта вся ахинея вокруг его имени, где толпы неадекватных людей обвиняют его в чем-то. Хотя при чем тут он? Он обычный человек, он вообще казахстанец. Да, он живет и работает в России, ну и что? Это не говорит о том, что он в ответе за действия, да, там, военных или кого-либо. При чем тут это? Почему он должен рисковать там своей жизнью, жизнью своей семьи, репутацией, карьерой ради других людей? Извините меня, у него есть свое личное право не выражать, да, свою какую-то позицию. Либо, как минимум, у него есть основания для того, чтобы не выражать эту позицию, потому что в России с этим очень строго. И вот такие люди неадекваты, которые требуют от него высказаться, от этого ничего на самом деле не изменится, от его мнения, понимаете? Ну что самое прикольное, да, друзья, я сейчас хотела выставить сторис и сказать: друзья, я купила билеты и хочу всем сказать, давайте поддержим нашего соотечественника и раскупим все билеты на его концерт. Хотя я думаю, в любом случае все билеты на Алмату я застану будут раскуплены. Но что вы думаете? Инстаграм запрещает отмечать Нурлана Сабурова. И более того, запрещает прикреплять сюда ссылку, где продаются билеты. Билеты, кстати, продаются на ticketon.kz. Это что за хуйня? Это почему вдруг, да, Инстаграм против Нурлана Сабурова? Где Америка со своими, да, вот этой демократией, право голоса, говорить, там, высказывать свое мнение или не высказывать, да, защита прав человека? Хуйня это все. Почему эти все люди, да, когда там в Сирии, там, в Афганистане, везде где-то убивали людей, женщин, детей, почему-то все это как-то не афишировалось? Ну, извините меня, вот сейчас что творится, это жесть. Гребаная избирательность, типа мы правые, а вы левые, вот здесь людей нельзя убивать, а вот здесь вот, ну, как бы можно, ну, пофигу, моя хата с краю, типа, я знать не знаю, что там люди заумерли, но какой-то Нурлан должен отвечать за то, что происходит там на Украине или еще что-либо. Почему-то вы не отвечаете за то, что происходило в Сирии, в Афганистане или еще там где-нибудь в Палестине или еще что-нибудь. Вам срать на этих людей почему-то было. Но Нурлан должен за вас отвечать. Что за хуйня вообще? Вот меня бесит вот эта вот дискриминация в чистейшем ее глобальном виде. И сейчас это настолько видно, и все люди, которые, ну, более-менее шарят, это все понимают, понимаете? Это ужас, просто ужас, друзья. И искренне жаль, что, конечно, все это так. Любая война – это не нормально. Нигде, ни в какой точке земного шара люди не должны умирать, понимаете? Но это происходит. И почему-то вот эта дискриминация, что там можно, когда Америка там...